Юр, консультация Джеймса МакГилла. На кого вас переключить? Когда совесть Уолтера Уайта была чистой, как кристалл, а Джесси Пинкман ходил пешком на уроки химии, юрист-неудачник Джеймс МакГилл сидел в офисе размером с коробку от холодильника и был готов пуститься во все тяжкие, лишь бы выбраться из долгов. Я перешел черту, совершил ошибку, но больше не совершу никогда. Как он стал самым крутым криминальным адвокатом по имени Сол Гудман? Я стану приливом бабло приносящим. Ты что, дебил? Лучше смотрите сами. Спин-офф легендарного сериала «Во все тяжкие». Лучше звоните Солу. В главной роли Боб Оденкерк. Кстати, я только что вон в том суде людям жизни спасал. Да вы мой герой. Понеслась, ребята. Амедиатека. Смотри онлайн в любое время.